Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Оптинский старец иеросхимонах Амвросий в одном из своих писем советует вдумываться в имена и фамилии, как существенно важный материал при обсуждении некоторого жизненного действия. Не спешите, а рассмотрите дело супружества со всех сторон и рассмотрите основательно, пишет старец Амвросий. Также не мешает рассмотреть и разузнать хорошенько то самое лицо, с которым думаете обрести благополучие мирское. Кроме собственных свойств его, рассмотреть и самое его положение, и самые обстоятельства его окружающие. Все это в совокупности имеет великое значение. По замечанию некоторых, в самой фамилии людей выражается иногда благоприятное и неблагоприятное свойство. Сегодня мы поговорим с вами на такую интересную тему, как личные имена. У каждого из нас есть имя и фамилия. И считается, что звук собственного имени – это самый сладкий звук, который только мы слышим. Известно, что чем чаще произносится наше имя собеседником, тем мы к нему лучше расположены. Именно это советуют делать все психологи. Одним словом, имя занимает особое место в нашей жизни. Поэтому тема, конечно же, очень интересная. Нет межживущих людей, да не может и быть безымянных. В первый же миг по рождении каждый, убогий и знатный, имя, как сладостный дар, от родимых своих получает. Вот какими звучными стихами повествовал когда-то о человеческих именах великий старец Гомер. Ну что ж, прошли тысячелетия, а сказанное им и сейчас остается правдой. И сегодня человек проносит имя через всю свою жизнь, берет его с собой, даже в могилу. Бывает и так. Кости усопшего рассыплются в прах. Разрушится воздвигнутый над могилой монумент, прекратится род и племя, а самое хрупкое, самое летучее из-за всего, что имел когда-то усопший, его звонкое имя, все еще живет и порхает по свету. Как же выбирают старшие младшим, новорожденным их имена? Из каких запасов черпает человечество эти сладостные сокровища? На Руси в дохристианскую эпоху, то есть до 988 года, когда, как известно, было принято христианство на Руси, использовались так называемые личные имена, то есть не крестильные имена, так как святцев, как вы понимаете, тогда еще не было. В основном это были имена славянского происхождения. Они были двукорневые. Между двумя корнями ставилось соединительное гласное. Вторым корнем выступало обычно либо «слав», либо «волод», ну, то есть «владеть», либо «мир». Таким образом, все славянские имена до христианской эпохи были очень просты в расшифровке, так как ясно, что имя «Владимир» означало «владеть миром». Здесь мы видим как раз сращение и корня «Влад», и корня «мир». Допустим, «Мечислав» – мы понимаем, что это имя связано и с мечом, и со славой. «Мстислав» – мы понимаем точно так же значение обоих корней. «Ярослав» – славный и сильный, да, мы знаем «ярость», «ярый», «ярица». И значение этих имен было очень хорошо нам понятно. Ну, с корнем «мир» мы, допустим, можем, кроме Владимира, привести такое имя, как «Остромир», «Остромирово Евангелие». Все, наверное, слышали о том, что это первый письменный памятник Древней Руси и так далее. У человека на Руси в дохристианские времена было два имени. Одно ложное для всех, и другое тайное, только для самого человека и его очень близких людей. Эта традиция существовала как защита от недобрых духов и недобрых людей. Часто первое славянское имя было заведомо непривлекательным. Крив, Некрас, Злоба, Неждан – для еще большей защиты от недобрых. Обряд второго именоречения производился в подростковом возрасте, когда основные черты характера сформировались. Имя давалось, исходя из этих черт. Славянские имена изобиловали своей разнообразностью, и существовали целые группы имен. Имена из животного и растительного мира. Щука, ёрш, заяц, волк, орел, орех, борщ. Имена по порядку рождения. Первуша, вторак, третьяк. Имена языческих богов и богинь. Лада, Ярила. Имена по человеческим качествам – храбр, стоян. И основная группа имен – двухосновные – Святослав, Доброжир, Тихомир, Ратибор, Ярополк, Гостомысл, Велимудр, Всеволод, Богдан, Доброгнева, Любомила, Миролюб и Святозар. И их производные – Святоша, Добрыня, Тишила, Ратиша, Путята и Ярилка. В конце X века Русь принимает христианство. Причем принимает она его из Византии через Болгарию.
Таким образом, приходит поток новых имен. Это имена греческого, латинского и древнееврейского происхождения. Древнееврейского, так как очень много имен зафиксировано в Ветхом Завете. Это такие имена, например, как Михаил, Гавриил, Иван, Мария, известные нам сегодня. Ну, конечно же, они могут звучать по-другому в языке, которому они принадлежат. И вот тут мы сталкиваемся как раз-таки с тем, что появляется понятие имени как такового. Так как имя, данное человеку при крещении, оно и фиксируется во всех метриках, во всех документах как имя. Имя дается по святцам, известна технология присвоения имени младенцу по святому, который как раз-таки в эти дни, день которого празднуется как раз-таки вот около дня рождения данного человека. Святцами называлась у православных христиан церковная книга, содержащая месяцы слов, календарь, составленная в порядке месяцев и дней года, которым приурочено церковью религиозное чествование каждого святого. Это было нужно потому, что принято было нарекать младенцев именами того из святых, память которого приходилась на день рождения этого ребенка. Родилась девочка 1 марта, быть ей Антониной или Евдокией. Появился мальчишка на свет 23 апреля старого стиля, носить ему имя Георгия. В связи с этим новым потоком имен, старые имена, те самые славянского происхождения, они упраздняются. Ну, так как все дохристианское признается языческим, поганым, нечистым, и поэтому происходит такое забывание этих имен. Однако, как считают исследователи, вплоть до 17 века сохраняется традиция наименования ребенка двумя именами. Первое – то самое имя, которое дается при крещении, по святцам – греческого, латинского или древнееврейского происхождения. Но второе имя может, не обязательно, но может даваться родителями. Ну, например, в 1056-1057 году было написано Евангелие для новгородского посадника, которого звали Иосиф, а в миру он был Остромир. Таким образом, мы видим Остромировое Евангелие. То есть при крещении человек был наречен Иосифом, но при этом еще родители дали ему имя Остромир, то самое древнеславянское имя, о котором мы только что уже говорили. Это имя могло даваться родителями, оно могло даваться соседями, и оно могло даваться себе, самим человеком. Эти имена могли даваться не только из славянских имен, но еще и по профессии или по месту жительства. Вот мы потом увидим с вами, как именно из этих вторых имен нередко потом вырастает то, что принято у нас сегодня называть фамилиями. Древние имена можно объяснить по-разному. Боярина Шубу, крещенного Акинфом в XIV веке, называли Шубой Федоровичем. Возможно, потому что он родился преждевременно, недоношенным. Таких слабеньких младенцев было принято, пока не окрепнут, выдерживать в рукаве теплой родительской шубы. Не удивляет нас и убиенный от литовского князя Алгерда некий круглец, нареченный Евстафием. Церковь дала человеку имя Евстафий, что в переводе «очень стойкий», по своим соображениям. Родители же назвали его круглецом, наверное, по взору или естеству. В святцах не фиксируются имена древнеславянского происхождения. Ну, например, поначалу мы не увидим там имен Владимир, Глеб, Борис. Кстати говоря, имя Борис считается единственным дохристианским тюркским именем. Есть две версии его происхождения. Либо от Багарис, протоболгарского имени, либо же это может быть сокращенное Борислав. Ну, одна из версий – это то, что это имя тюркское. И, кстати говоря, еще имена дохристианской Руси – это могли быть имена скандинавские. Ну, как известно, скандинавские князья были призваны на Русь для того, чтобы княжить. Отсюда появились такие имена, как Игорь, что в переводе значит «молодой», аналог этому имени Ингвар, Глеб, аналог немецкому Готлиб, Олег, Хельги, Святой и, конечно же, имя Рюрик, которые тоже получили хождение. Так вот, изначально русские князья, такие, например, как Глеб, Давид, Владимир, были канонизированы под другими именами. Владимир – как Василий, Глеб – как Роман, Борис – как Давид –
и так далее. Или, например, допустим, Всеволод как Гавриил. Но постепенно мы видим некую реабилитацию дохристианских имен. Так, например, уже в XI веке в святцах появляется имя Владимир. И князь Владимир канонизирован уже под собственным именем, а не под именем Василий. Постепенно также Русская Православная Церковь признает несколько имен, заканчивающихся на «слав». Это Ростислав, Святослав, Мстислав. И, кроме того, канонизировано имя Олег. Что же требуется от имени? Попрошает в своей книге «Ты и твое имя» Лев Успенский. От него требуется немало. Прежде всего, оно должно быть не слишком длинным и трудным. Вам не удастся сделать именами такие слова, как электрификация или тригонометрия, даже если они благозвучны и преисполнены высокого значения. Рту тяжело часто произносить их. Во-вторых, имя обязано звучать красиво, быть изящным по своей форме. Есть слова, называющие очень хорошие вещи, но неприятные на слух. Они могут стать людскими именами. Попробуйте окрестить вашу дочурку, скажем, идиомой или психикой. Не поблагодарит она вас. А ведь слово «идиома» по-гречески означает выражение, свойственное только одному из языков. Психика означает душевная жизнь. Чего уж, казалось бы, лучше. Но ведь вы сами, всего вероятнее, не хотели бы называться так. Очень важно и третье. У каждого есть свое личное представление о красоте, свои собственные вкусы. Однако, выбирая имена или превращая в имена слова, нельзя считаться только собственным вкусом. Ведь носить имя будете не вы, и судить о нем тоже не только вам. До 1917 года называние ребенка, наименование ребенка происходит именно благодаря институту церкви. Но правда, в 1905 году власть церковная несколько ослабевает, и, в общем-то, появляется мода на такие неканонические имена, как, например, Игорь. Ну и, конечно же, в 1917 году наименование детей происходит уже, как известно, другими различными способами. Ну, например, Октябрьская революция решила не вытеснить старые обряды, а заменить их. Потому что известно, что люди привыкают к некой традиции, и эту традицию заменить, упразднить очень сложно. Ее легче заменить. Таким образом, обряд крестин, например, на какое-то время, ну, конечно же, этот обряд новый, не прижился. Но в 20-е годы он был популярен. Обряд крестин был заменен обрядом октябрин. Точно так же приходил, допустим, комсорг или парторг, и осуществлялось нечто типа крещения ребенка. Ребенку давалось новое имя, выдавался документ, который свидетельствовал об этом, украшенный новой символикой. И появились такие имена, которые уже не раз звучат в анекдотах, как Аюшминальда, Октябрина, Доздраперма, Трактор, Сталина, Ленина, Марлен, Марксен и так далее. Вот. И мы понимаем, что эти имена являются, конечно же, характеристикой эпохи определенной. И сегодня, конечно же, они уже не имеют хождения. Вспомним, что говорил Гоголь в «Мертвых душах» о народных прозвищах. Выражается сильно российский народ. Если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство. Утащит он его с собой и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. Ничто не поможет. Каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Древнерусское слово «прирок», то есть прибавление к тому, как человека нарекли благодаря церкви, оно не получило хождения. Поэтому мы имеем дело со словом «прозвище». Так вот, еще одна причина, кроме имени оберега, была такая. Как вы понимаете, количество имен в святцах ограничено. Людей намного большее количество. Таким образом, появляется огромное количество детей с одинаковыми именами. Так вот, для того, чтобы каждый все равно имел собственную индивидуальность, как я уже сказала, как считают исследователи, до 17 века как раз-таки давались вот эти вот мирские имена. Ну и, наконец, есть еще одна причина. Возьмем деревню, где, как известно, десятки людей имеют чаще всего одну и ту же фамилию. Ну, например, Шишмарев. Причем, не являясь близкими родственниками, они носят эту фамилию. Что делать? Надо же как-то различать одну Наташу Шишмареву от другой Наташи Шишмаревой. Вот для этого точно так же и придумывались, давались вот такие вот мирские имена. Сейчас мы привыкли, что полное имя русского человека имеет вид трехчленного словосочетания.
имя, отчество и фамилия. Посредством отчества выражается связь детей с отцом. Человек определяется по его ближайшему родству. Слово «отчество» в значении именования по отцу начинает встречаться лишь с 17 века и окончательно утвердилось в привычном нам смысле лишь с первой половины 18 века, со времен Петра I. Патронимы. Мы перейдем с вами теперь к такой теме, как патроним. Патрия – это родина. А теперь возьмем русское слово «отчество». Мы видим, что оно происходит и от слова «отец», и от слова «отечество». Видите, название отца, да, наименование отца совпадает с наименованием отечества. То есть отец и родина здесь сближаются. Вот ту же самую этимологию имеет слово «патроним». Патронимом для человека становилось имя отца. Ну, например, был он наречен Иваном. Однако надо было как-то сказать, чей он сын. Он же не просто Иван, тем более Иванов много. Отсюда появилось Иван Петров сын. Мы видим, что имя Петр, имя отца, при этом ставится в форму родительного падежа. Да, мы видим окончание «ов», «петров». А постепенно слово «сын» упраздняется. Вот и получается Иван Петров. Так появляются первые русские фамилии. В России слово «фамилия» поначалу употребляли в значении «семья». В 17-18 веках еще бытовало слово «прозвище». Оно-то в те времена и обозначало, называло фамилию. И только в 19 веке слово «фамилия» в русском языке постепенно приобрело свое второе значение, ставшее затем основным – наследственное семейное именование, прибавляемое к личному имени. Русские фамилии в основном имеют два суффикса – это «ов-ев» или «ын-ин». Причем, что интересно, вот этот патроним мог возникнуть не от имени отца христианского, то есть того самого имени, которое было дано при крещении. Патроним мог образовываться и от мирского прозвища отца. Таким образом появляются фамилии, например, Рысин, Бобров, Озеров и так далее. Как мы уже с вами говорили, мирское имя давалось по месту жительства, по профессии. А теперь откуда фамилии Бобров или Лисицын? Языческая традиция выбирать тотем, некое тотемное животное. Ну, отсюда и фамилия Медведев, допустим. И вообще вот таких вот фамилий, связанных с названиями животных или птиц, да даже сама же фамилия Птицын, там Сорокин, Воробьев, Голубев и так далее. Их очень и очень много. Вы помните детскую книжку или фильм «Старик Хоттабыч»? Случилось чудо. Школьник Костыльков открыл старую бутылку и оттуда выскочил длиннобородый старец в пестром халате. Настоящий восточный джин. Возникло сначала некоторое замешательство. Затем спасенный и спаситель приступили ко взаимному ознакомлению. Освобожденный джин отрекомендовался длинно и сложно. Гасан Абдурахман ибн Хаттаб. Пионер Костыльков буркнул наоборот с лишней краткостью. Волька. Удивленному старцу этого показалось мало. «А имя счастливого отца твоего?» – спросил он. И узнав, что отец у Вольки Алеша, начал именовать своего новобретенного друга так – Волька ибн Алеша. Даже глупец, а Волька ибн Алеша отнюдь не был глуп, сообразил бы после того, что ибн по-арабски – сын. И вполне естественно, что он стал звать своего собственного джина Хаттабычем. Ибн Хаттаб – это сын Хаттаба, а сын Хаттаба есть Хаттабыч. Изначально, конечно же, процесс закрепления фамилий идет у дворянских семей. Но, разумеется, сначала затрагивается элита общества, правящий класс. Но постепенно этот процесс переходит и на низы общества. Ну, например, на крестьян. Хотя очень долгое время, мы это видим даже и по художественной литературе, человек называет себя Иван Петров сын, да, то есть сын Петра. Вот эта вот традиция наименования, которую мы наблюдаем в Средневековье, она сохраняется. Ну, поскольку крестьянская среда, конечно же, очень традиционная, патриархальная, и обычаи в ней сохраняются долго. Когда пало крепостное право, перед правительством встала серьезная задача. Нужно было дать фамилии бывшим крепостным крестьянам, которые до того, как правило, их не имели. Так что периодом окончательного оформления населения страны можно считать вторую половину XIX века. Одним крестьянам давали фамилию их бывшего владельца. Это приводило к комичным ситуациям с целыми деревнями, к примеру, Воронцовых. Другим в документы записывали уличную фамилию, которая у иной семьи могла быть и не одна. У третьих фамилии превращали отчество. Русские фамилии, как мы с вами уже говорили, даются таким образом либо от крестильных имен,
либо от мирских имен, которые могут быть именами дохристианской эпохи или, допустим, происходить от названий животных, от профессии или от места жительства. Но при этом мы видим существенную разницу между русской фамилией и между фамилией западноевропейского происхождения, ну, например, английской, немецкой или, допустим, французской. В чем же эта разница? Она видна каждому человеку, носителю русской фамилии. У нас практически нет фамилий, которые просто бы обозначали имя или предмет. Ну, например, шило, масло, облако, беда, Владимир. Когда мы слышим такие фамилии, мы понимаем, они не русского происхождения. Действительно, чаще всего они именно или западнославянского происхождения, либо же они белорусские или украинские. Для русской традиции такие фамилии не свойственны. Мало того, такие редкие фамилии, как Дурново или Хитрово, или Черных, Белых, Кривых, Косых, тоже очень мало распространены. Хотя, в принципе, прозвище давалось и по прилагательным. Ну, например, там Горбатый, Белый, Хромой. Но, тем не менее, как фамилии, постепенно эти патронимы не очень прижились. Фамилия. Удивительная все-таки эта штука. Фамилии появляются на свет далеко не случайно и не беспричинно. Но дело в том, что почти всегда рождаются они применительно к каким-то временным обстоятельствам. А потом переживают эти обстоятельства на год, десятилетия и даже на века. Естественно, что сравнительно короткое время спустя люди утрачивают память о том, откуда фамилия пошла и почему она связалась с данным родом. То, что было по отношению к далекому предку естественно и закономерно, становится по отношению к его правнукам странным и непонятным. Связь между фамилией и людьми, ее носящими, становится совершенно случайной. А точнее говоря, порою ее даже и заподозрить трудно. А что мы видим у других народов? Ну, например, у украинцев мы видим «чук», что означает «сын». Отсюда такие фамилии, как Савчук, сын Саввы, да? Корнейчук, сын Корнея. У грузин мы видим точно такое же «швили». У германских народов или, допустим, у скандинавов такое значение приобретает «сон» или «сен». Густавсон, Аткинсон, Андерсен, Нильсен и так далее. Причем очень интересная вещь. Вообще у разных народов, не у всех, но у некоторых, наблюдалось разделение законорожденных детей, то есть рожденных в браке, освященном церковью, и незаконорожденных детей. Но известно, что в дворянской русской традиции незаконорожденный ребенок получал усеченную фамилию отца. Ну, например, отец его был граф Репнин, ребенка незаконорожденного называли Пнин. Такая у него получалась фамилия. Или, например, отец был князь Трубецкой, таким образом его незаконорожденный ребенок получал фамилию Бецкой. Так вот, это не только было у русского дворянства, у британского дворянства была точно такая же традиция. Там к фамилии прибавлялась приставочка «фиц», что аналогично французскому «фис», что означает «сын». Именно так появляются фамилии Фицпатрик, Фицрой, Фицджеральд. То есть, видя эти фамилии, мы можем понять, что когда-то они были даны незаконно рожденным детям. У каждого, кто читал превосходный роман Алексея Николаевича Толстого «Петр I», наверняка запечатлелся в памяти образ несчастного и до свирепости обозленного крестьянина, которого окружающие звали «умойся грязью». Автору очень дорога эта жутковатая фигура. «Умойся грязью» появляется то на каторге Воронежских верфей, то на далеком Белозерском севере, то в других местах. С большой силой нарисовал его Толстой. На берегу, между мокрыми камнями, сидели Андрюшка Голиков и «умойся грязью». Сутулый человек, бродяга из монастырских крестьян, ломанный и пытанный много. Что за странная кличка у человека «умойся грязью»? Имя это – фамилия или прозвище? Или, может быть, оно вообще плод фантазии писателя? Но нет, это не так. Человек с таким странным прозванием на самом деле существовал. Правда, жил он не во времена Петра Великого, а лет на 100 раньше, в 1606 году. Грамоты с этой даты поминают про псковитянина Федора «умойся грязью». Ну, а вот, как я вам уже сказала, такие интересные фамилии, как, допустим, «не пей пиво», «продай вода» или, предположим, «облако», «шило», «беда», данные по
каким-то словосочетанием. Вот, допустим, я лично знала носительницу фамилии «Убей собачку», замечательная совершенно фамилия. Они, конечно же, русской традиции не свойственны. И, кстати говоря, в стилистике существует особая традиция обращения с такими именами. То есть, например, я сегодня познакомилась с Шилом, так сказать нельзя. Когда вы видите подобную фамилию, то вы ее не склоняете ни у представителей мужского рода, ни у представителей женского рода. Ну, как бы для того, чтобы человека не заводить до уровня предмета. Ну и, конечно же, длинные фамилии, образованные от сросшихся словосочетаний, тем более не могут склоняться. Интересный разговор об именах и фамилиях мы продолжим в наших следующих передачах. Всего вам самого доброго и до свидания.